Офигеть, сколько всякого говна открылось. Так, фаервол. Главное, так. Тут оно бесполезно. Фатальная добыча. Чтобы их не обнаружили, враги обратились к дедовским методам. Чтобы обнаружить цель, вам понадобится перехватить бумажную корреспонденцию. Дедовским методом? Офигительные, конечно, методы. Когда нужно перехватить корреспонденцию. Может еще там iPhone им подарить? Я не знаю. За что за дедовские методы? Да хватит уже болеть. Ой, гиена, вонючая тварь! Это ж все уровни из компании. Тут вообще ничего нового нету. Там, черт, а как ее убить? Чем? Йода, хоть чем? Так нет, я про турель. А турель? Тут еще и турель есть? Где? Да, вон там, справа на 3 часа. Не ви... А, вот она. Все, уничтожил. Эй, я нажал Е! Ам-ам. Она меня снямкала, ей было вкусно. Вонючий Ген, тут Ген, осторожно. Прямо около лестницы. Кто-то нас изнасиловал. Ой, я нажал. Ну ладно, ничего. Давай заново. Чтобы их не обнаружили, враги обратились к дедовским методам. Чтобы обнаружить цель, вам понадобится перехватить бумажную корреспонденцию. Бум, бум. Они уронили документы, можно брать. Еее, голову свернул, Гринпис меня изнасилует. Да хватит уже! Я, между прочим, стрелял в неё, это... когда она на тебя уже запрыгнула. Что это за зоофилия, блин, все гиены на меня. Правда, гиена сейчас слилась с асфальтом. Сзади, сзади! Кря-кря-кря, там кто-то кря-кря. А, подключило. Оба-на, там еще одна турель была сбоку. Стой, я оживлю. Где? Вон она, внутри. Какой-то ужасный звук был. Да просто в нее стреляй из пулемета. Я не знаю, что у тебя там есть, винтовка. А-а-а! Они сейчас мне жопу надерут. Документы можно подбирать. Осталось 4. Где-то еще есть. А! Подожди, прикрой меня, я сбегаю за документами. Погоди, я красный весь, не могу я прикрыть. Что и тварь это? Извините. Открывай, я бегу назад. А фак, а фак, а фак. Бла, бла, бла. Хэдшот. А, вон там еще данные есть. Как туда добраться? Так, ты здесь убрал турель, да? Да, убрал. Да. Пустите меня. Я пошел наверх. Разведка подтверждает данные. Фак, фак. Кто-то телевизор сломал, пока я бегал сюда. Вот, ушел, телевизор работал, вернулся, телевизора нет. А-а-а! Ты видел, что сейчас было, нет? Нет, я видел только что. Бред. Мимо тебя бежала гиена. Да, она вокруг меня попрыгала, а я в нее ножом попытался ее убить, промахнулся. Она что-то сделала и убежала от меня к тебе, я ее. Они меня любят просто. Яйца, снова яичная смерть. Господи, я какую-то совсем. Турель, 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 осторожно! Вынес. Липучка. Липучия пошла! О, я четырех вынес! Липучия!
Меняю обойму, магазин! Оф, блин. Меняю обойму, магазин, осталось, между прочим. Осталось? Это я тебе гарантирую. Да, осталось. Это... Я не помню голос какой, но это точно осталось. Меняю обойму, магазин. Добавили еще и новые такие. Осторожно, там турель слева. Предатор. Озвучка, как обычно. По телеку ничего не показывали, ну что с ним еще делать? Что тебя едят? Нет, там еще одна турель. Да, вижу. А, да, что-то она сама умерла. А, нет, не умерла. Я нажал Е! Ну я тут трупаком валяюсь. Поэтому перебеги. Ползи назад. Вот, могу из угла тебя получить. Штаб, сержант! Эпизод 1! Бегут! Вообще кто-нибудь есть с разведданными? Интересно, они рандомно валятся или из определенных противников заскриптованы? Минус один. Прикольно, выходишь так паспорт получишь, приходишь паспорт из стол, начинаешь всех валить. По страничке, чтобы всех забрать. Что ты хотел? Паспорт ключей, да, есть у тебя. У тебя есть паспорт, да, я не знаю, африканский акцент. Ну, наверное, чтобы получить паспорт, ты должен доказать, что ты этого достоин. А, турель, осторожно. Сзади, турель. Я как-то так обошел, и все, она кончилась. Ну, ты просто забыл, что у каждого африканца на балконе должна быть турель. Это закон жизни. Где они? О, ну, конечно, канализация. Окей, мне это с Дедайлом нравится. Нужно было по канализациям Сталинграда ползать. Тебя немного плохо слышно вот сейчас вот. Нет. Ну конечно, потому что микрофон упал. Ну тебя вроде нормально, то нормально слышно, то плохо. Магия? Поворуги действия. Вау, осторожно, РПГ! Из всех щелей просто! Отметишь цель? Что-то мне как-то сыкотно. А, ну я отметил. Или ты отметил. Снайперка есть? Ну да, я взял в самом начале. Нет, тут вот прямо наверху лежит. А, ну окей. Бада-бум! В Африке и так хреново живут, вон в таких трущобах. Да какие эти трущобы разбомбить? Американский стиль ведения переговоров. Да блин, чё-то как-то я... Вот. Объяснил.